В спортивной жизни города в последние годы произошел ряд заметных позитивных изменений. Открылся открытый каток с искусственным льдом, начал работу новый ФОК. Что касается старого здания комплекса, через несколько лет там планируют открыть центр единоборств. Что касается строительства и ремонт центра единоборств, у нас разработана проектно-сметная документация, пройдена экспертиза. В 2020 году мы будем ставить на ремонт это здание, значит, и будет у нас центр единоборств. Другой вопрос, связанный со спортом, касался непосредственно управления физической культурой в Великоустюгском районе. Речь идет о предложении руководителя регионального департамента физической культуры Сергея Фокичева о возрождении при Великоустюгской администрации спортивного комитета. Как пояснил Александр Кузьмин, в районе уже есть управление культуры, спорта и молодежной политики, при котором существует и профильный отдел. Возрождение спорткомитета, у нас есть управление культуры, спорта и молодежной политики. И мы в своей структуре изменили уже вот саму структуру этого управления, там разбили на несколько отделов. В управление входит два отдела. Отдел культуры и отдел спорта. Значит, это уже изменение есть. Отдельный отдел занимается спортивным направлением. Отметим, что великоустюгские спортсмены стабильно радуют земляков победами. Награды различного уровня завоевывают в том числе и ребята, увлекающиеся единоборствами. В настоящее время более 500 устюжан занимаются этим видом спорта. Появление профильного спортивного центра только поспособствует будущим победам. Степан Крижановский, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».